Дорогі наші глядачі, вітаємо вас на YouTube-каналі Західнету. Маємо сьогодні понеділок, початок інформаційного тижня. І у нас, як завжди, така і підсумкова, і вступна розмова на початку тижня із нашим дорогим гостем Роман Світан, полковник запасу, ветеран російсько-української війни, льотчик-інструктор, а разом із нами. Пане полковнику, вітаю вас. Бажаю всім здоров'я. Отже, ми спостерігаємо, пане полковнику, нову фазу, фактично, чи новий етап наступальної операції наших сил оборони, Збройних сил у Курській області. Я маю на увазі те, що останніми днями і з цієї ночі через річку Сейм у районі Глушкового такого містечка було знищено усі три мости, якими росіяни користувалися для своєї логістики. Українці можуть взяти під свій контроль ще 700 квадратних метрів території Курської області. Крім того, є ознаки, що наші війська просуваються там і на інших напрямках. Продовжується наступальна наша операція. Наскільки амбіційно і несподівано ця операція виглядає сьогодні, зважаючи на те, що ще минулого тижня багато різних західних експертів, аналітиків вважали, що наступ у Курській області українських військ, ну, фактично досяг своєї межі? Ну, есть смысл, допустим, двигаться и прикрываться рекой. Ну, в принципе, как только началась операция в районе Суджи, и она начала масштабироваться, то есть уже из тактического плацдарма образовался оперативный, то когда определенные видны уже абрисы плацдарма, то чуть дальше можно увидеть задачу, куда идут войска для того, чтобы укрепиться, так как задача это все-таки оборонительная. У нас нет задачи, допустим, наступать на Москву, у нас не хватает сил, средств, хотя возможности, конечно, есть, имеется в виду крайне пуганных идиотов, мы же миллиарды раз это говорили, там ничего нет, но у нас не хватает сил, средств для того, чтобы выполнить такого рода действия. Раз началось движение с укреплением нашей границы, то уже дальше понятно, где у нас эта оборонная линия будет проходить. Задача-то оборонительная. Не, вот, то есть мы сейчас вроде как проводим контрнаступательные действия, зашли на территорию противника, но с задачей оборонительной – улучшить наши оборонительные рубежи на этом направлении. Оптимальный вариант – обороняться либо по высотам, либо по рекам. Река там идет 7, то есть первые высоты, там разница в высотах метров 100 есть, где-то 140-240 метров, зависит от уровня моря в зависимости от расположения, то есть география такая интересная. Но река 7, то есть она сама просится, возьмите меня в качестве оборонительного рубежа. Река быстро, то есть очень быстрая, быстрины, скорость движения воды очень большая, то есть пересечь ее... Ну, сложновато. Сам в свое время летал в районе Конотопа, у нас там река Сим проходит, плавали, называется плавали, знаем, да? То есть очень быстрая река, здесь она также такая же широкая, быстрая речка, через нее перебраться реально можно только по мосту. Мосты, как минимум от Теткина уже до дороги на Рыльск уже перебиты, три моста приказали долго жить. Это как минимум, это значит уже понятно, к чему, то есть какая задача у наших войск. Вот это вот движение в сторону Рыльска, в конце концов, оно будет продолжаться на запад, в сторону Теткина, вдоль Сейма. Сеймом прикроемся, естественно, российские войска, которые не уйдут с этой территории, они попадут в плен. Это действительно территория в районе 700 квадратных километров. Через Сейм переплыть можно, понятно, без техники, без обмундирования переплыть можно, сам плавал, знаю, так что знаю, что это такое. А вот если будет такая команда, если команды не будет, то россиянские войска, конечно, здесь будут в окружении. Там несколько тысяч россиян точно еще есть, по крайней мере, еще не убежали. Но дальнейшее движение очень интересно. Сейм же дальше идет, вот он от Теткина, там делает петлю, дальше уходит на Рыльск, потом идет на Львов, вот посмотрите, на Рыльск, на Львов, бачимо Нижний, на Колчатов, потом на Тушку. Ми бачимо цей Нижній район, да, але от Нижній район – це от Глушково, це ці 700 кілометрів, де перебито мости, да, де да. Можуть наші забрати
контроль собі. Але справді ви маєте рацію, ми віддалимо карту і покажемо, що у нас, ну, насправді тут є інша ділянка, куди теж рух можливий, скажімо так. І от справді покажемо нашим глядачам, як це виглядає. Річка Сейм у нас же ж тече від Курська через Рильський, от сюди-сюди далі, на захід. Відповідно, місто Рильськ у нас ось тут. І тут йде траса Рильськ, Львов і далі туди на Курськ. От відповідно... Так і сі, там сім тече теж з Курська на Курчі, сім тече з востока на запад. С Курска идет на Курчатов, потом на Льгов, потом на Рыльск. Это все как раз семь. Потому у нас, в принципе, есть возможность, расширяя плацдарм, прикрываться любое движение войск вперед. То есть в наступательной операции встречает сопротивление как раз по флангам в основном. И задача войск, которые движутся, особенно на большую глубину противника, укрепить фланги. Так вот, фланги укреплять – оптимальный вариант, или двигаться, или укреплять рекой. То есть у нас как минимум северный фланг будет укреплен рекой. Это уже большой плюс. И, в принципе, двигаться вдоль Сейма или, допустим, прикрываясь Сеймом, довольно-таки удобно, ну, с точки зрения проведения наступательных операций. Все, конечно, будет зависеть, во-первых, от количества сил средств, которые есть у нас, и, во-вторых, от действий россиян. То есть они, у них есть возможность остановить наше движение, у них есть возможность даже выдавить нас с Курской области, то есть вернуть обратно на границу с Украиной. Но для этого им надо 1030, а то и 50 россиян снять с Восточного фронта, перебросить на это направление. Это будет тоже одна из наших побед, потому что если сейчас несколько десятков тысяч россиян снимут с Восточного фронта, они перестанут там двигаться. То есть мы практически остановим наступление на Восточном фронте, такое асимметричное давление, по крайней мере. Ну вот, вот это, так сказать, развитие события, которое я сейчас рассказал, оно возможно. В ближайшее время мы можем двигаться вдоль Сейма. И дойти и до Рыльска, и до Льгова, и до Курчатова под Курскую атомную, и до Курска. Самое интересное, Курску тоже можно подойти, прикрываючись Симом. Сейм же идет южнее Курска. Ну, то есть он практически подходит к городу. Дуже цікавий можливий розвиток подій. Справді, все залежить від резервів, від того, скільки резервів і Росія перекине на Курський напрямок, на Курську область. Але справді, ми от на карті зараз швиденько окреслили ті напрямки, куди можуть далі рухатися, наступати українські війська. Строго на північ – це Львов, і це траса, яка йде із Рильська. Ось ми її ще так підкреслимо. Із Рильська... Йде з Глухова, нашого Глухова, так. З Глухова на Рильськ, з Рильська на Львов, з Львова Курчатов на Курчатов і Курск. Так. Тому насправді та є перспективи. Ми бачимо, що насправді росіянам не вдалося зараз перекинути достатню кількість резервів для того, аби успішно протидіяти цьому просуванню українських військ. За різними оцінками, таких резервів Росія має знайти приблизно хоча б 30 тисяч боєздатних підрозділів для того, аби сформувати якусь лінію оборони. Ну, деякі там оглядачі більшу називають кількість військ, яку росіянам треба задіяти зараз. За різними оцінками, 10 тисяч, 10-11 Росія знайшла, але тут же ж важить не тільки кількість, але і якість. Зараз ми бачимо, що дуже багато строковиків задіяно з російського боку у боях в Курській області. Ці строковики часто здаються в полон після першого ж вогневого контакту, так, чи навіть без такого контакту, так, виходять, бродять лісами, виходять на наші позиції, здаються в полон. Отже, чи Росія буде продовжувати шукати ці резерви, доводити їх до необхідної кількості для того, аби стабілізувати ситуацію найближчим часом? І звідки Путін буде знімати ці резерви? Ми зараз сьогодні читали такі неофіційні, окремі якісь відголоски, що з Вовчанська десантників зняли, але ми бачимо, що з Донецької, наприклад, області, де головний удар російських військ відбувається, Путін поки що нікого не знімає. Чому не знімає і за яких умов може почати це робити? Ну, не снимает, потому что прекрасно понимает, что у него осталось несколько недель этой летней кампании, где он может еще выполнить часть задачи на летнюю кампанию, то есть захватить большую часть Донбасса. А потому он не обращает абсолютно никакого внимания сейчас на Курск.
и на Курское направление просто перебрасываются определенные части, снятые со всей России, а не с Восточного фронта. Потому для Восточного фронта у него задача захватить Донбасс, а Курское направление пытаются купировать россиянами, начиная из Калининграда части подтягиваются и заканчивая Черниговкой и Украинкой. А это аэродромы, это Амурская область, это Дальний Восток, это вот разница в 10 тысяч километров. Россияне сейчас снимают охрану с аэродромов. Ну, зачем охрана, допустим, для той же Украинки? Да, там, допустим, рота есть целая охрана, или батальон, допустим, АБАТОшный, который занимается охраной аэродрома. Его просто снимают и перебрасывают под Курск. Он никогда не обстрелян, никогда не был обстрелян, никогда не выполнял никаких задач. Максимум, что они выходили с автоматами, может быть, с собакой на охрану аэродрома и больше ничего. Их но тем не менее, это батальон охранный, который перебрасывается с Украинки, с Черниговки, с Дальнего Востока. Везут или летят они там 7-8 тысяч километров. И дальше их бросают в Курск, привозят на какой-нибудь там полустанок или там, допустим, в какую-то деревню, заводят, дают рубеж, говорят, окапывайтесь, вот теперь тут сидите. Вот они сидят без связи, иногда без снабжения. После этого тепленькими попадают к нам в плен. Или действительно, как вы сейчас говорите, болтаются по лесам, не понимая, где они на данный момент находятся, потому что разница очень большая. Так вот, с нескольких аэродромов, я просто летчик, у меня есть только какая информация по авиационному плану, с нескольких аэродромов, с той же белой, вот где Ту-22М3 упал, этот белый, с той же Украинки, с Черниговки, с Энгельса снятые инженерно-технические службы и службы охраны и переброшены на Курское направление. То есть россияне пытаются залепить эту проблему, латая какие-то дырки, не более того. Там нет еще на данный момент. Нельзя сказать, что там вообще проводится войсковая операция как таковая. Она больше похожа как раз на, вот как они объявили, КТО, контртеррористическая, даже КТС, наверное, контртеррористическая ситуация. Вот примерно так. Дюмин ею руководит сейчас, этой контртеррористической ситуацией. Это на уровне пограничного конфликта. Вот они пока-то и решают эти вопросы. Пока войсковые операции там не проводятся. Ну, а, естественно, если угощают, чем не угоститься, наши войска двигаются дальше. Ну, и Путін водночас на тлі, власне, просування українських військ в Курській області полетів в Азербайджан домовлятися про газ там чи про інші якісь речі. І чи це означає от реакція російського генштабу, командування, поведінка Путіна, ну, принаймні, публічна його поведінка, що він і в Кремлі загалом, і сам Путін серйозно не сприймають те, що відбувається в Курській області, тобто до кінця ризиків не оцінили, все ж таки сприймають це, як Путін сам це охарактеризував, як масштабну провокацію, а не повноцінну військову операцію наших Збройних сил, які можуть і окопатися, і, що називається, взяти під контроль величезну частину російської території, вже понад 1000 кілометрів взяли під контроль. І коли ця думка почне в голові Путіна, ця позиція змінюватися, чи це для цього потрібно, аби під контроль взяли не лише Суджу, але і Рильськ, Львів, і до Курчатова підходили українські війська. От де та межа, коли серйоз Путін почне задумуватися, аби знімати найбільш боєздатні свої підрозділи з напрямків на Донеччині? Ну, вряд ли движение на Курщине на данный момент Путіна виведет из того равновесия по принятию решения по Востоку. Они только там могут снять резервы. То есть у него пока задача захватить Донбасс. И он ее не снимал, я больше скажу, он ее усилил. Почему? Потому что количество самолетов вылетов увеличилось по восточному направлению. И количество личного состава, особенно в сторону Покровска, раза в два выросло. То есть они за счет техники там уже нет. Мы ее практически всю выбили. Они прекрасно понимают, что техника будет FPV-дронами уничтожена. Они сейчас, чувствуя наши проблемы с минами, особенно для 120-го миномета, они увеличивают количество пехоты. То есть с помощью стрелковых частей, даже не мотострелковых, стрелковых пехоты в чистом виде пытаются продавить наши войска. У них это получается. Авиация раскатывает наши укрепления. После этого пехота в соотношении 1 к 10, где-то так, на одного нашего бойца
до 10 российских террористов, выдавливает нас уже в сторону Покровска. То есть он с этой точки зрения, у него сейчас положительная динамика на Восточном фронте, он там точно не будет ничего снимать. Больше скажу, он туда еще может усилить. А вот наше продвижение по Курщине, он увидел максимальное, допустим, распространение. Вот то, что я говорю, он же тоже видит. То есть военные ему показывают, вот куда украинцы могут дойти. Ну вот до Сейма. Ну вот они расположатся по левому берегу Сейма, и все. То есть дальше они двигаться уже не будут. Почему? Потому что будут попадать в такой же капкан, если мы Сейм будем форсировать и двигаться дальше. У нас будет проблема, у нас за спиной будет Сейм, и уничтоженные мосты не дадут возможности нам, наши войска, допустим, снабжать. Они это тоже прекрасно понимают. Поэтому нарисовали вот то, что мы сейчас с вами нарисовали, ему Путин нарисовал. Вот это максимум, сколько мы можем потерять. Он рукой махнул, теряйте, неинтересно. Вот и все. То есть для них это какая территория? Там 17 миллионов квадратных километров. Что это 1, 2, 3 тысячи квадратных километров под контролем? Сам по себе контроль российской территории для Путина это же никакая не проблема абсолютно. Для нас это плюс, потому что по всему можно расположить линию обороны, уменьшить количество войск на этом направлении и двигаться дальше. Вот когда мы начнем двигаться на Брянщину, в сторону Унечи, вот на, да, допустим, на эту трубу, на нефтепровод в Унечи, ЛПДС расположена, то есть это линейная диспетчерская станция, которая прокачку делает и контроль идет дальше уже на три трубы, мы как-то с вами рассказывали, то есть заходит в Унечу трубопровод, нефтепровод «Дружба», а дальше три трубы идет. Один в Устюг под Питер, одна труба, вторая через Новополоцкий уходит на Прибалтику, третья труба идет на Мозырь. Мозырский нефтеперерабатывающий завод белорусский и питается как раз этой трубой. Так вот, зайти, это 40 километров от Семеновки, от нашей границы, 40 километров до Унечи. Надо распространять, расширять географию, вот тогда у Путина начнет подгорать, особенно вот в районе Брянского направления. Плюс Белгородское направление, то же самое. То есть двигаться от Харькова, от западнее Харькова в сторону на восток, южнее Белгорода, это отрезать российские войска, которые сейчас вошли в Украину в районе Липцев и Волчанска. То есть зайти в тыл этим группировкам, это возможно. Вот тогда у россиян однозначно будет большая проблема. Во-первых, большое количество войск попадет в окружение. Во-вторых, мы начнем уже контролировать серьезные механизмы поставки валюты в российскую экономику. А вот здесь уже проблема. Потому что газ, вот то, что мы сейчас сидим на этой судже, ну это все-таки газовая труба. Это 1/10 от денег, которые они получают за нефть. А вот по «Дружбе» идет нефть. И вот если в Унече взять под контроль эту станцию, это, еще раз повторюсь, 40 километров всего лишь от нашей границы в Брянской области, то тогда у Путина действительно будет проблема. Вот тогда он точно начнет снимать войска с этого направления, с южного, и перебрасывать для того, чтобы обеспечить безопасность этого участка Брянщины, который мы можем контролировать. Причем здесь проблема будет еще и у Лукашенко. Лукашенко прекрасно это понимает. Мы сейчас видим, что он как белка в колесе крутится. А давайте сядем за стол переговоров, а зачем нам эта драчка, ну и так далее и тому подобное. Прекрасно понимает, если наши войска выйдут на Унечу, он останется без нефти. А Беларусь без нефти, ну это просто убитая экономика напрочь, потому что большая часть валютной выручки белорусы как раз получают за переработку, перекачку нефти по этому нефтепроводу. Кстати, как раз она с Мозыря идет, нефть вместе с дизелем, уже произведенным в Мозыре, она идет в Венгрию, к Орбану. Орбан же сидит на этой трубе тоже, как и Лукашенко, дальше Орбану, а потом угадайте, раз, куда эта труба идет. Правильно, в Словакию, Фицо, еще один сиделец на российской трубе. Вот потому они поют дифирамбы Путину как раз из-за того, что каждый уселся на свою трубу. До этого немцы, Шрёдер вместе сидел на трубе газовой, правда. А дальше пыталась Меркель усесть, не сложилось у нее, не уселась на трубу. Не знаю, куда уселась, но с трубой не сложилось. Говорят, кто-то, какие-то враги подорвали «Северный поток-2».
А вот эту трубу в Брянщине россияне точно будут оборонять. Я думаю, им тогда и Донбасс уже будет неинтересен. Почему? Потому что там десятки миллиардов долларов проходят. Тобто цілком реально припускати, що в майбутньому, коли складуться сприятливі обставини, наші військові сили, наші збройні сили можуть провести подібні операції, як ми зараз спостерігаємо на Курщині, в Брянській області або ж Білгородській області. Так і є. Причому це є к цьому предпосилки. Предпосилки які? Перше, повторюсь, не буду, мабуть, так сказать, сильно от этого страдать. Повторюсь, 649 раз. Крайне пуганных идиотов направление в сторону Москвы. Там нет войск российских. Нет абсолютно. Почему, это другой вопрос. Путин верит в какие-то договоренности, которые ему давали возможность, не располагая войсками вдоль линии границы от Оскола до Беларуси, все войска сосредоточить на Восточном фронте. А здесь 600 километров пустого от войск пространства. Направление на Москву действительно свободное. Потому надо этим пользоваться. Раз почему и, в принципе, Сырский доказал о важности, ну и, в принципе, 100% гарантии успеха этой операции. Там просто нет войск. Естественно, в сторону Брянщины. Там Климово, Клинцы, всего два гарнизона, и то они не в развернутом состоянии на данный момент находятся. В сторону Брянщины это возможно, тем более сейчас есть информация о том, что наши беспилотники уже были в районе мостов, то есть и обстреливали мосты как раз через Десну в этом, по этому направлению. В сторону как раз, вот как раз в сторону Унечи, это как минимум, это раз. И второе, Белгород, само собой, потому что Белгородщина для нас очень важна, нам надо создать определенную подушку для Харькова, подушку километров 50 в сторону Белгорода, то есть для того, чтобы обезопасить харьковчан от работы хотя бы армейской артиллерии, не говоря уже, допустим, о обстрелах теми же Су-34-ми, там для того, чтобы прикрыть Харьков, допустим, тем же Патриотом, тоже надо километров 50-70 на расстояние, это как минимум. Потому, я думаю, как раз из-за того, что для нас очень важно создать оборонительные рубежи на российской территории с одной и с другой стороны Курска, то есть со стороны Брянщины, со стороны Белгородщины, я думаю, эти процессы, они могут продолжиться. Но, опять же, сейчас по принципе, по законам жанра, мы в ближайшее время должны ждать ударов наших войск по югу. Ну, это так правильно, раздергать. Тем более, Сырского зная, он должен раздергать фронт. То есть сейчас россияне все должны побежать с Курщины, должны побежать на юг. Куда-то, допустим, в район Харьков, Херсонщины, допустим, там на Кимбургскую косу, на Тендровскую косу, направление на Скадовск, на Армянск, то есть вот где-то туда. Либо, не исключая возможности, и освобождение Приднестровья, чего нет. Если освобождаем Курщину, а что Приднестровье не освободить-то, по большому счету? Никак россияне не отреагировали на заход украинских войск в Россию, в Курскую область, то они вообще тогда никак не отреагируют на заход украинских войск вместе с молдавскими войсками, ну там, правда, войск не сильно, но, по крайней мере, правоохранителями, и освобождение, допустим, Приднестровья. Для россиян это будет, ну, выстрел в колено, так это точно, это как минимум. То есть есть эти механизмы, как раздергать россиян сейчас. Я думаю, эти механизмы будут запущены. Ну, дай Бог. Було б дуже цікаво за цим поспостерігати, за Придністров'ям в тому числі. От ви згадали, власне, про таку подушку захисну для Харкова. І президент Зеленський вчора ввечері в своєму зверненні теж говорив про намір створити буферну зону на території Російської Федерації в прикордонних районах. І ми знаємо, що створюється військова зараз там адміністрація, комендатура на цих землях, які звільнені, взяті під контроль нашими силами. Ну, от буферна зона – це та ідея, з якою Путін носився, коли розпочав наступ на Вовчанськ, на північ Харківщини. Ну, і він неодноразово цю тему
озвучував, казав, що от є такий намір створити буферну зону на українських територіях. Зараз ситуація віддзеркалена і успішно таку зону створюють наші військові. Окрім цієї буферної зони, захисної від обстрілів російських по нашій території, є інша мета – це обмінний фонд. І президент Зеленський постійно з головкомом сирським, коли спілкуються, цю тему підсвічують, озвучують, як там з обміном, як там з обмінним фондом, запитує президент. Сирський доповідає, що от сподівається, що там і там буде багато полонених і звітує, скільки полонених там приблизно вже є. Не називаючи числа, звичайно, але в загальних словах. Ну і сьогодні знову з'явилася інформація, що збільшився обмінний фонд у нас, тобто ще російських полонених взято, значить, у наші руки, що називається. Наскільки, скажімо так, велика кількість полонених строковиків, оцих необстріляних рот, ну, цих військових, яких зняли з аеродромів десь там в глибинці Росії на Далекому Сході, це чутливе питання для самих росіян. Наскільки воно чутливе? І чи можливо буде цих полонених обміняти на тих же азовців? Ми бачимо, що цілеспрямовано записується відео, де ці полонені просять їх обміняти саме на азовців. Ну, если бы стояла задача конкретно пополнить обменный фонд, так это точно Приднестровье. Вот представьте, там где-то до 10 тысяч россиян, которым бежать-то некуда. Ну, то есть, куда они побегут? В Молдову? Ну, либо в Украину, либо в Молдову. Бежать больше некуда. То есть, молдаване их примут, а там через реку они вряд ли побегут. А значит, они попадут в плен украинским частям. Там 10 тысяч можно было сразу спаковать и транзитом отправить на обмен. И здесь мы могли бы большую часть наших пленных выменить на россиян. Потому Приднестровье прям просится под такую задачу. А то, что сотни российских срочников сейчас взяты в плен, это действительно довольно-таки серьезный рычаг давления на российское руководство уже для того, чтобы обменять, в принципе, любого, на которого мы покажем пальцем нашего пленного, нашего военнослужащего или гражданского, который в плену у россиян сейчас находится. Почему? Потому что за военнослужащих, вернее, за контрактников, которые сами пошли за деньгами на войну в Украину, российскими я имею в виду, за ними вряд ли кто-то там будет сильно плакать. Ну, попал в плен, попал, или там убили-то и убили, там у кого-то лада появилась, у кого-то шуба у России. А вот со срочниками другая проблема. Срочники не должны участвовать в боевых действиях. И, естественно, за каждым срочником стоит семья, друзья и так далее и тому подобное. Это может быть такое серьезное давление внутреннее на российское руководство. Они, я думаю, будут впереди паровоза бежать сейчас, пытаться обменять срочников. Там уже соотношение может быть не один к одному. А вот все-таки по поводу азовцев, я думаю, лучше по азовцам решать вопрос по пленению кадыровцев. То есть даже не так кадыровцев, как Ахмат. То есть, эти быстро меняются. И, в принципе, если поставить задачу, не то, что поставить задачу, а условия поставить в обмене кадыровцев на азовцев, вот здесь вот как раз можно, наверное, быстрее обменять. А ребят надо забирать всех. Не то, что у нас же азовцы азовцами, но у нас там много ребят сейчас в плену, и, в принципе, чем быстрее мы их освободим, тем лучше. Главное, что только политики туда свои 3 копейки не ставили, чтобы ни одна морда лица политика там не появилась, иначе весь этот процесс затянется, и ребята из военнопленных станут заложниками уже политических некоторых шуры-мур. Но вот этого бы не хотелось, потому что у нас действительно сейчас есть большая возможность такая обменять наших хлопцев, вернуть к жизни, вернуть на нашу территорию. Но еще раз повторюсь, вот если такая задача стоит, так это тогда лучше решать вопрос с Приднестровьем. И порешав до этого санду с правительством Молдовы о временном заходе на их территорию. Это Молдова. Знаю, наскільки ви критично ставитеся до питання взагалі, до теми перемовин там з Росією і так далі, але от звучить така думка, що наші територіальні здобутки в Курській області – це підсилення нашої переговорної позиції от на можливих перемовинах з Росією. Путін же поки що вважає, що для нього Покровський Донбас цінніше, ніж Курська область, і там, значить, поки що дає можливість розгулятися українським військам, якщо можна так висловитися, не перекидає туди, мається на увазі, боєздатних резервів. Чи ви згодні з тим, що, от, умовно кажучи,
підконтрольна – це територія, яка вже під контролем наших сил оборони. І збільшення цієї зони впливу, якщо наші там окопаються, засядуть по-серйозному, ці сотні квадратних кілометрів, тисячі квадратних кілометрів – це підсилення нашої переговорної позиції от на переговорах проти Москви. І що це нам дає? Любого контактера с россиянами, с врагами, кроме огневого, надо судить по 111 статье. Это госизмена. Потому кто там с кем контактирует, это уже потом будут разбираться следователи следующего правительства, следующей власти. Потому что эти контакты приводят, они есть однозначно. Мы же видим, горят бочки, но не горят НПЗ. Горит, что попало, только нефть качается по новороссийской трубе, новороссийский порт как работал, так и работает. То есть эти договорники есть, их кто-то проводит, никуда они не денутся. Почему? Потому что 111-я часть, 3-я, а это уже с отягчающими, потому что сотни тысяч украинцев погибли, миллионы сейчас бомжуют. Потому все эти переговорщики пойдут по 111-й, а она без срока давности, это уже... порядок воинских преступлений. Потому, я думаю, этим переговорщикам точно ничего, кроме статьи и пожизненной отсидки, ничего не светит. Кто бы им какие указания не давал, как бы они-то потом не прикрывались указаниями сверху, и сядут те, кто им эти указания давал, контактировать, кроме огневого контакта с противником. Любые другие контакты, они недопустимы. Потому все эти разговоры с военной точки зрения о каких-то там переговорных позициях, где-то как-то, ну, по позициям вообще лучше к Камасутре, пусть туда все эти переговорщики посмотрят и может пригодиться в этом смысле. А контактов с россиянам не должны, с россиянами, кроме огневого, не должно никаких быть. А дальше, вот сейчас есть огневой контакт по Курской области. Что должно приветствоваться? Почему? Потому что выполняется первая задача любой армии – уничтожение армии противника. Уничтожать ее лучше на земле противника. Почему? Потому что разрушается их инфраструктура. Сейчас мы подрываем их мосты. Минировать будем их территорию. Ну, то есть вот так правильно действовать. Ну і останнє, напевно, питання на сьогодні – це заява, звернення президента Зеленського до західних партнерів із закликом не зволікати з допомогою для фронту. Чи тут йдеться про ракети «Storm Shadow»? Я так коротко переповім нашим глядачам. Зеленський в вечірньому зверненні попросив, чи закликав західних партнерів не затягувати, не зволікати з пакетами допомоги і назвав конкретні країни. Це США, Велика Британія і Франція. В Великій Британії вже відреагували і там в їхньому уряді прокоментували ситуацію так, що Британія залишається абсолютно рішучою і не змінює свою позицію стосовно підтримки України. З точки зору нашої підтримки вона непохитна, заявив речник уряду. І додав, що позиція Лондона щодо використання Україною ракет великої дальності «Storm Shadow» не змінилася. Тобто, чи йде мова от у цьому заклику президента стосовно якраз ракет, про ракети «Storm Shadow», оскільки ми знаємо, що Франція і США беруть якусь участь у їхньому виробництві, ну, Франція пряму участь бере, а США нібито раніше, як преса західна писала, не дозволяли, точно слово було за Вашингтоном, не дозволяли ці ракети по Курську, зокрема, по Білгороду використовувати. Ну, а Україна цього дуже прагне. Тобто, чи мова лише про ракети, чи про якесь інше озброєння? Ну, ми зараз втрачаємо Донбас не за Storm Shadow і не за Скалпа. Ну, тобто, Донбас ми зараз втрачаємо із-за недостатка мін, простих 120-х мін, 80-х мін для мінометів. Из-за недостатка кассетных боеприпасов 155-х. То есть того, что выкашивает пехоту. У россияне десятки тысяч пехоты сейчас бросили на Покровское направление. Мы теряем Донбасс как раз из-за этого. Но одно дело там 155-й снаряд, а вот мина как раз 120-й, это наше производство. И то, что ее не хватает, так это вопрос не к нашим партнерам, это вопрос к Министерству обороны непосредственно, к невоенному Умерову, вот так можно сказать, мягко. Это я сильно сейчас мягко сказал. То есть к нему вопрос, почему у нас не хватает на Восточном фронте недостаток боеприпасов, потому что снабжение армии конкретная задача Министерства обороны.
непосредственно министр обороны, плюс всего Кабмина как такового, который тоже отношение к военному делу, скорее всего, никакого не имеет. То есть далеки абсолютно. И этот вопрос вот сюда надо направлять. Вопрос к производству, к оплате, к коррупции внутри наших структур. А к нашим партнерам, да, действительно, по тем позициям, которые обещаны и не поставлены, это однозначно есть вопросы. Почему? Потому что мы на них рассчитываем. Что такое обещанная и поставленная в план позиция и не поставленная вовремя? Это значит, какая-то часть воинская не получит достаточного количества боеприпасов, техники, она выполняет задачу, хоть оборонительную, хоть наступательную, а у нее нечем. Вот к чему это приводит. То есть есть эта проблема. Ну, естественно, дальние средства поражения. Вот тут уже какая-то цирковая история, она больше клоунадой попахивает, связанная с Storm Shadow и со скалпами. Половина информационного поля пестрит заявлениями о том, что нам разрешено все, бейте куда хотите, вам передали и сами отвечайте за эту работу. А половина, причем больше связанная с нашим правительством, в основном с нашим политическим руководством, есть заявление о том, что не дают нам разрешения работать этими струшедами. Ну, в конце концов, жахните, да посмотрите. Ну, то есть отправьте с десяток ракет по Халина, по аэродрому, по Воронежу, по Балтимору, то есть по этим двум аэродромам он достает Storm Shadow, скалп достанет и до Халина, и до Балтимора с воздушного старта, то есть воздушными механизмами доставки. И посмотрите на реакцию, покажите ее в информационном поле, раз есть такое взаимоисключающее, по крайней мере, заявление. Пользуйтесь тем, что вам нужно, по крайней мере, ну, хотя бы с этой точки зрения, с точки зрения логики. Если было хоть одно заявление, что не запрещает, ну и пользуйтесь им и работайте. А дальше посмотрите на реакцию. А сейчас пока это больше похоже на такую дымовую завесу непринятия решений нашим военно-политическим руководством, попытка переложить это непринятие, переложить на наших партнеров. Но это так выглядит, по крайней мере, на данный момент. Значит, меняйте что-то в информационной политике, если это так. То, что американцы не дают нам работать атакамсами, так они об этом прямо и говорят. 300 километров вообще атакамсами запрещено работать по российской территории. Там нигде никакой шпарыночки нет, так сказать. Это изначально стартово, скорее всего, это договоренность с россиянами. Они не поставляют хуситам, допустим, такие же ракеты с такой же дальностью или иранцам, что-то не поставляет. Ну, то есть это связка, связанная больше. Мы тут, так сказать, на своей шкуре проблемы Ближнего Востока, а больше израильтян решаем. То есть нам не дают работать атакамсами, не дают нам самолетов, не дают нам джазмов. Скорее всего, с завязкой то, что россияне не дают, не помогает иранцам, куситам и тем же Хезболе и Хамасу. А они могут это делать. И вот эти завязки, которые, в конце концов, боком нам вылазят, то есть мы воюем, получается, за Израиль, чтобы израильтяне там побольше земель арабских себе подгребли. Как-то не камильфо это смотрится на данный момент, но это, опять же, все зависит от Белого дома, то есть все зависит от Байдена. Пока он не уйдет, не увидим мы этих разрешений. Не уйдет по разным позициям, либо закончит свой срок на месте президента, либо уйдет там по болезни или еще почему-то. Черный лебедь, всякое оно бывает. А Харрис уже, я думаю, она уже чуть по-другому все это будет видеть. Особенно часть ее помощников, мы видим и вице-президента, да даже того же, у кого не получилось, у конгрессмена тоже мог быть вице-президентом, у того же Кэрри. То есть и в принципе весь этот такой американский истеблишмент, который сейчас будет заходить, они решат после Байдена, решат эти все договорники. Ну, посмотрим. Пока все упирается в Байдена. Дякую дуже за цю розмову, пане полковнику. Як завжди, було цікаво і пізнавально. Дорогі глядачі, ви ж не забувайте коментувати наші відео, коментарі під відео. Завжди раді їх читати, перечитувати, відповідати на них. І про всі значки під відео, лайки, вподобайки не забудьте. Так само різна активність поширення, підписки на канал теж вітаються. Дякую за те, що були з нами, і до нових зустрічей. Пане полковнику, до нових зустрічей. До свидання.